Sarasati Devi Kauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine Vanchakaupata Rubhyascha Kripa Sindhu Vayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're reading the Nectar of Devotion. We're on chapter 9, Further Evidence of Devotional Principles. And we're hearing about the different processes of serving the Lord, and evidence is given from different scriptures to support these processes. Итак, мы читаем Шримад Бхагаватам, главу 9, которая называется «Продолжение обсуждения принципов преданного служения», в которой приводятся различные принципы преданного служения и даются доказательства из священных писаний. So now we're on a topic which is entitled Rendering Service to the Lord. И мы переходим к пункту, который называется служение Господу. The previous topic was Archana. Archana was describing the worship of the deity in the temple. И предыдущий пункт был Арчаной. Арчана — это поклонение божеству в храме. But now we're going to hear about how we can render service to the Lord anywhere, anytime. А теперь мы почитаем о том, как служить Господу в любое время и в любом месте. Go ahead. В Вишну-Рахасе сказано: «Тот, кто может устроить, чтобы Господу служили так же, как царская свита служит царю, после смерти, несомненно, вознесется в обитель Кришны». Действительно, храмы в Индии во всем похожи на царские дворцы. Это необычные здания, потому что поклоняться Кришне нужно так, как поклоняются царю в его дворце. Во Вриндаване сотни храмов, в которых божествам оказывают царские почести. В Нарадия Пуране говорится: «Тот, кто пробудет в храме Господа хотя бы несколько мгновений, наверняка сможет достичь трансцендентного царства Бога». Из этого следует, что богатые люди должны строить великолепные храмы и организовывать в них поклонение Вишну так, чтобы привлечь в эти храмы людей и тем самым дать им возможность танцевать перед Господом, петь святое имя Господа или слушать звук святого имени. Таким образом, каждый получит шанс вознестись в царство Бога. Иными словами, даже обыкновенный человек, посетив такой храм, сможет обрести высшее благо, не говоря уже о преданных, постоянно занятых служением Господу в полном сознании Кришны. Until the end, we'll just stop now. You're at the point where engaged in the service of the Lord in full Krishna consciousness? Yeah. You didn't start that bit about the fourth canto yet? Didn't start. Huh? Didn't start yet. No, okay, so we'll talk here. Mm-hmm. No, you could read the whole thing. Go ahead. Okay. Об этом говорится в четвертой песне Шримад Бхагаватам, 21.31, где царь Притху обращается к своим подданным с такими словами: «Дорогие граждане, помните, что только Верховная Личность Бога Хари на самом деле может освободить падшие обусловленные души. Даровать освобождение обусловленным душам не способен ни один полубог, так как полубоги сами обусловлены. Одна обусловленная душа не может освободить другую. Только Кришна или его преданный, или его истинный представитель могут освободить ее. Воды Ганги, вытекающие из пальца на ноге Господа Вишну, стекают на Землю и другие планеты, даруя освобождение всем обусловленным грешным живым существам, не говоря уже о людях, всегда занятых служением Господу. Освобождение гарантировано им, даже если на них лежит бремя греховных поступков, скопившееся за многие и многие жизни. Иначе говоря, человек, поклоняющийся божеству в храме, может свести к минимуму все последствия греховных поступков, совершенных им за многие прошлые жизни.
Поклонение божеству в храме уже было описано, и нужно стараться как можно тщательнее выполнять все эти правила и предписания. Okay, so this section begins with the description of serving the Lord just like one would serve a king. И этот пункт описывает служение Господу, которому нужно служить так же, как мы служим царю. And Prabhupada explains there are many temples like this where the deity is worshipped just like a king. И Прабхупада здесь пишет, что во многих храмах божествам служат как царю. And so just as a king resides in the palace and he has many servants all waiting on him and cooking for him and then different tailors will come and they'll arrange cloth and dress for the king. So the same way people reside in, people will come to the temple to give service to the deity. Вокруг царя, во дворце, обычно очень много слуг. Кто-то готовит для него, кто-то одевает для него и украшает его тело. Точно так же в храме Господу. Точно так же мы служим в храме Господу. And when people give that kind of service to the deity, then they become qualified to go to live with the Lord in the spiritual world. И когда люди служат Господу таким образом, то они обретают квалификацию жить с Господом в духовном мире. And there's a quote which says, even if you stay in the temple for even a few moments, you can reach the kingdom of God. Здесь приведена цитата. Тот, кто пробудет в храме Господа хотя бы несколько мгновений, наверняка сможет достичь трансцендентного царства Бога. So we can see so much benefit, so much incredible benefit is given just simply by going to the temple. Go to the temple, you see the deity, that it is very, very purifying, very powerful. One gets the greatest benefit. Таким образом, мы получаем невероятное благо от того, что просто посещаем храм. And Prabhupada said, rich men, they should use their money to make nice temples so that people can come to the temple. И Шрила Прабхупада говорит, что богатые люди должны использовать свои деньги для строительства храмов, чтобы дать возможность другим людям посещать их. If we make nice temples everywhere, then we hope people will be attracted to come to the temple and they can come and chant the holy name and they can take part in the kirtans and they can be greatly benefited. И у нас есть множество храмов в разных местах, и мы очень надеемся, что множество людей будут приходить туда, повторять святое имя, участвовать в киртанах и получать от этого великое благо. So, even ordinary people, they don't appear spiritual or anything, but if they go to the temple, they can get greatest, so much benefit. И даже обычные люди, которые, может быть, не выглядят такими духовными, приходя в храм, они получают великое благо. So this is the proper use of wealth. Somebody has money, they should use it to build nice temples. Это то, как можно правильно распорядиться богатством. Тот, у кого есть деньги, должен использовать их на строительство храма. So then we have a quote from the Srimad Bhagavatam about Maharaj Prithu. And Maharaj Prithu, he's the ruler of the planet, and he's speaking to his subjects. И дальше приводится цитата из Шримад Бхагаватам, в которой Махарадж Притху обращается к своим подданным. So Maharaj Prithu, he's described in the fourth canto of Srimad Bhagavatam, and he's the example, he's our acharya in how to do worship of the Lord. И история о царе Притху описывается в четвертой песне Шримад Бхагаватам, и он является нашим ачарьей в том, как поклоняться Господу. There are 9 different limbs of different processes by which we can perform devotional service, beginning with hearing and chanting and remembering. And then one process is also
Archanam and Maharaj Prithu, he is the example of how to perform this process. И существует 9 процессов преданного служения, которые начинаются с повторения, памятования святом имени. И также в этот процесс включено и Арчанам, и Махарадж Притху является примером поклонения Господу. So he performed great sacrifices for the pleasure of the Lord. И он проводил огромные жертвоприношения ради удовлетворения Господа. And when he performed the sacrifice, it was done so well that even the 4 Kumaras would appear there. И он эти жертвоприношения проводились настолько хорошо, что даже 4 Кумара появились там. And he's quoted here, telling his citizens that it's the Supreme Lord who can deliver everybody. No demigods can deliver you. И здесь, в этой цитате, Махарадж Притху говорит, что только Верховная Личность Бога может освободить вас. И это никакие не полубоги. Sometimes people are foolish and they think they can worship any god and get the same result, but it's not true. Иногда люди настолько глупы, что они думают, что они могут поклоняться любому богу и получить точно такой же результат, но это неправда. So Maharaj Prithu is telling the people that the demigods are conditioned souls, they're not pure devotees. So if you worship the demigods, you cannot become a pure devotee. И Махарадж Притху говорит, что полубоги, они обусловленные души, они нечистые, преданные. И если вы поклоняетесь полубогам, то вы не сможете стать чистым, преданным. If you worship somebody who's a conditioned soul, then you will also remain a conditioned soul. Если вы поклоняетесь тому, кто является самообусловленной душой, то вы так и останетесь обусловленной душой тоже. You have to worship the Supreme Lord Krishna, and then only you can become a pure devotee. Вы должны поклоняться Верховному Господу Кришне, и только так вы сможете стать чистым, преданным. So then Maharaj Prithu describes that the Ganges water comes down from the heavenly planets to deliver all the sinful people. И Махарадж Притху говорит, что воды Ганги, которые стекают с высших планет, даруют освобождение обусловленным людям, обусловленным душам. But for people who are always engaged in the service of the Supreme Lord, they're already delivered. Но те, кто вовлечен в служение Господу, они уже освобождены. Even if they've done many sins in previous lives, they may have done many sins in their previous life, and before they became devotees, they were sinful. But once they become devotees, all of these sins are destroyed. И хотя они могли совершать очень много грехов в своих предыдущих жизнях, после того, как они стали преданными, все их грехи разрушились. And so worship of the deities can do these things, that if you people simply engage in the deity worship, all of their sinful reactions can be removed. И те, кто вовлечен в служение божествам, все их греховные реакции уничтожаются. But they have to be careful to follow the different rules and regulations. When they worship the deities, they have to know there are many rules and regulations, and they should try to follow all these. И в поклонении божествам существует очень много правил и предписаний, и занимаясь этим поклонением, мы должны очень тщательно следовать этим правилам и предписаниям. So to help us to remove the sinful reactions which we may have in worshiping the deities, it's very important to always chant the holy name. И очень важно всегда повторять святое имя, чтобы освободиться от возможных греховных действий, которые мы можем совершать в поклонении божествам. We should not think that because I'm worshiping the deity, I don't need to chant the holy name.
Мы не должны думать, если я поклоняюсь божествам, то мне не, можно не читать святое имя, не повторять святое имя. We need to chant the holy name more to help us to improve the quality of our worship of the deity. Мы должны больше повторять святое имя, чтобы оно помогло нам улучшить качество поклонения божествам. Okay, go ahead, next one. Следующий пункт – пение. В Рингапуране так говорится о прославлении и воспевании Господа. Брахман, постоянно поющий славу Господу, несомненно достигнет планеты, на которой живет сам Верховный Господь. Господь Кришна ценит такое пение даже выше, чем молитвы, возносимые Ему Господом Шивой. So, there's an interesting quote here describing the power of singing about the Lord. Здесь приведена интересная цитата, которая описывает могущество пения о Господе. We know there are many songs about the Lord, about His pastimes. We have wonderful songs. Some songs are about His activities, some songs are about His names. И существует, мы знаем, что есть множество различных песен, которые воспевают деятельность Господа, прославляют Его имена. We have the Gopi Gita, the songs by the gopis when they're in separation from Krishna. And you have Bhagavad Gita, Krishna singing the song of Bhagavan to Arjuna at Kurukshetra. И у нас есть Gopi Gita, это песня гопи, которую они поют в разлуке с Кришной. У нас есть Бхагавад Гита, где Кришна поет песню. Бхагавад Гита, Кришна sings the song of Бхагаван. Где Кришна поет песню Бхагавана на поле битвы Курукшетра. And we have also beautiful songs about the pastimes of Lord Chaitanya, like Udila Aruna. You know, the sun is rising, now it's time to wake up and chant the holy name. И также у нас есть замечательные песни, прославляющие Господу Чайтанья, такие как Удила Аруна, солнце встает, хватит терять время, просыпайтесь. In Vrindavan every morning in front of Krishna Balaram during Mangal Arti, the devotees will sing Vibhavari Shesha. В храме Кришна Баларам каждое утро на Мангаларати преданные поют Вибхавариша. Because in Vrindavan we will sing Guru Vastikam in front of Prabhupada Samadhi. So right after that they go to Mangalarti in the temple room, so then they sing Vibhavari Shesha. И обычно во Вриндаване Гуру Ваштакам поют перед Самадхи Шивы Прабхупады, и потом начинается Мангал Арати, который начинается с Баджана Вибхаваришиша. And then there's that nice song, which is about Krishna going to eat lunch. Баджабакита Ватсала Шри Гуру Хари. И также есть замечательная песня, которая поется перед тем, как Кришна принимает пищу, перед тем, как он обедает. And every evening we sing Gora Arti, Ki Bajayo, Jaya Gora Chandi, this evening song. И каждый вечер мы поем Гаура Арти, которая является вечерней песней. And when we do Tosi Puja, we sing Tosi Puja. И когда мы проводим Тоси Пуджу, мы поем песню Тоси Пуджа, которая предназначена для Тоси Пуджа. And we have a Guru Puja song also, Shri Guru Charana Padma. Также у нас есть песня для Гуру Пуджи, Шри Гуру Чарана Падма. So devotees, we sing a lot of songs, so it's good to keep these songs always on our tongue. И у преданных есть очень много замечательных песен, и очень хорошо постоянно петь их, иметь их на кончике языка. And all of these songs are about the glories of the Lord and about the Lord's devotees. И все эти песни прославляют Господа и Его преданных. And just by singing these songs all the time, we can go back to Godhead. И если петь эти песни постоянно, то можно вернуться к Господу. So in the quote it said, Krishna appreciates these songs more than he appreciates the prayers offered by Lord Shiva.
И здесь в цитате говорится, что Господь Кришна ценит такое пение даже больше, чем молитвы, которые возносит ему Господь Шива. So, it's a great encouragement to all of us that we can really please Lord Krishna, and if we can please Lord Krishna, then our life is successful. И это дает нам очень большое воодушевление в том, что мы можем, чем мы можем воодушевить, чем мы можем удовлетворить Господа Кришну. А если мы удовлетворим Господа Кришну, то наша жизнь станет успешной. Okay, next item. Следующий пункт Санкиртана. It's quite long. I should okay. Read until the end. Read it to single. They cannot be wiped out by one single uttering of Krishna. Когда человек громко воспевает деяния Господа, его качество, облик и прочее называется санкиртаной. Санкиртана означает также совместное пение святого имени Господу. В Вишнудхарме есть слова, превозносящие совместное пение святых имен. О царь, слово Кришна обладает такой силой, что всякий, кто поет это святое имя, немедленно освобождается от последствий греховных поступков, накопленных им за много-много жизней. Это факт. В читании Чаритамриты имеется следующее высказывание. Человек, лишь раз произнесший святое имя Кришны, может нейтрализовать больше греховных поступков, чем способен их совершить. Грешник может совершить очень много грехов, но никто не способен совершить их столько, чтобы имя Кришны, произнесенное один раз, не смогло бы их нейтрализовать. Okay, so Sankirtan, Lord Chaitanya glorifies Sankirtan. He said, Param Vijayate Shri Krishna Sankirtan. All glories to Krishna Sankirtan. И Господь Чайтанья прославляет Санкиртану, Парам Виджаяте Шри Кришна Санкиртана, вся слава Кришна Санкиртане. And Prabhupada would say everyone should join the Sankirtan party as soon as possible. И Шрила Прабхупада говорил, что каждый должен присоединиться к движению Санкиртаны как можно скорее. So this is Sankirtan is Lord Chaitanya's movement. As Lord Chaitanya came to introduce Sankirtan for the Kali Yuga. Kali Yuga Dharma Hari Nam Sankirtan. The Dharma, the religious principle for this age, is the Sankirtan, the chanting of the holy name. Санкиртана – это то, что дал нам Господь Чайтанья в этот век Кали-Югу, Харинама Санкиртана, воспевание святого имени Господа. So, not only during chanting of the holy name, but also chanting the glories of the Lord's pastimes and activities and form, it's all considered Sankirtan. И не только воспевание святого имени Господа считается санкиртаной, но также и прославление, воспевание его деяний, формы и качеств также является санкиртаной. Of course, generally we consider sankirtan to be the chanting of the holy name. It's the most prominent kind of sankirtan. И обычно мы считаем санкиртану в качестве санкиртана только пение, но поскольку это самый известный разновидность санкиртана. With Sankirtan, everyone gets the mercy. With Japa, it's a very individual thing. It's all up to one, each person individually. But Sankirtan is everyone getting the mercy. Благодаря Санкиртане каждый получает милость. А Джапа — это индивидуальное занятие, когда каждый самостоятельно воспевает святое имя Господа, но благодаря Санкиртану милость получают все. In Srimad Bhagavatam it says, Tasmat Sankirtanam Vishnu Jagan Mangalam Amhasham. That there is nothing more auspicious than the Sankirtan, the chanting of the holy names of the Lord, because it destroys unlimited amounts of sinful activities.
Шримад-Бхагаватам говорится, что нет ничего более благоприятного, чем Санкиртана, поскольку она уничтожает все плоды грехов, все плоды греховных, все греховных поступков. So we're given some nice quote that simply by chanting the holy name Krishna, just simply the holy name of Krishna, we can destroy so many, all of our sinful activities for many births. И здесь говорится о том, что просто повторение имени Кришны уничтожает последствия греховных поступков, которые накоплены за много-много жизней. And the Chaitanya Charitamrita is saying that we can destroy more sinful activities than we're able to perform. И в Чайтанье Чаритамрите говорится, что таким образом мы можем разрушить... С помощью святого имени Кришны мы можем нейтрализовать больше греховных поступков, чем способны совершить. And that can be done just simply by one time chanting the holy name of the Lord, Krishna. И это можно сделать лишь один раз, повторив имя Кришна. So, how much mercy we're giving, the Sankirtan movement is giving so much mercy to the world, it's making the world so auspicious. Таким образом, движение Санкиртаны несет миру великое благо. Оно делает мир благостным. So everyone should take advantage of the holy name, to chant the holy name as much as possible. И все мы должны получать это благо, которое дает нам Святое Имя, повторяя его как можно больше. But Lord Chaitanya says in Shikshastikam, Durdaiva Midrishami Hajani Nanuragaha. I'm very unfortunate. I have no attraction for the chanting of the Holy Name. Но Господь Чайтанья в Шикшаштике говорит, что я настолько неудачлив, что Святое Имя не привлекает меня. So we can become fortunate. We may be unfortunate, but we can, if we're determined, we can become fortunate. We can change our fortune to good fortune. И да, мы неудачливы, но мы с помощью нашей решимости можем изменить свою удачу и стать из неудачников удачливыми людьми. And Prabhupada is creating our good fortune by giving us all of this Krishna conscious katha. И Шрила Прабхупада дает нам эту великую удачу благодаря тому, что дал нам эту великую удачу благодаря тому, что он дал нам эту Кришна катху. Okay, go ahead. В седьмой песне Шримад Бхагаватам 9.18 Прохлада Махараджа обращается к Господу с такой молитвой. «О Господь Нрисимха, достигнув положения Твоего слуги, я получу возможность слушать о Твоих деяниях. Ты – высший друг и высший объект поклонения. Твои игры трансцендентны, и просто слушая о них, человек может очиститься от всех своих грехов. Поэтому мне незачем беспокоиться о своих прошлых грехах, ибо просто слушая о Твоих играх, я освобожусь от всей скверны материальных привязанностей». Very nice reference here from Prahlad Maharaj in his prayers to Lord Nrisimhadev. И здесь приведена очень хорошая цитата из молитв Прохлады Махараджа, которые обращены к Господу Нрисимхадеву. Prahlad Maharaj had seen Lord Nrisimhadev kill his father, Aranyakashipu, and Lord Nrisimhadev was in a very angry mood and none of the demigods were able to pacify him. И Прохлада Махарадж видел, как Господь Нрисимха убил его отца Хираньякашипу, и он был в большом гневе, и никто из полубогов не решался как-то подойти и умиротворить, успокоить его. Even Lakshmi, the goddess of fortune, who is the consort of Lord Nrisimhadev, came, she could not pacify him. Даже Лакшми Деви, которая является супругой Господа Нрисимхи, не смогла умиротворить его.
And Lord Shiva, the greatest of the demigods, he also came. He could not pacify Lord Nrisimhadev. А также Господь Шива, величайший из полубогов, не смог умиротворить Господа Нарисимхадева. So then they brought Prahlad Maharaj, the small child, and Prahlad Maharaj was offered. He offered obeisances to Lord Nrisimhadev, and Lord Nrisimhadev placed his lotus hand on his head, and filled his heart with all transcendental knowledge, so that he could offer prayers. И тогда полубоги попросили Прахладу Махараджу сделать это. И Прахлад подошел и поклонился Господу Нарисимхадеву, который положил свою руку ему на голову и впустил его в сердце, влил ему в сердце трансцендентное знание, с помощью которого он смог произнести свои трансцендентные молитвы. And this one prayer, which we're given here, Prahlad is asking to become the servant of Lord Nrisimhadev. Because he knows that if he can get the position of being the servant of Lord Nrisimhadev, then he will be able to hear more about the wonderful glories and qualities of the Lord. И здесь, в этой цитате, Прахлада Махараджа просит Господа о том, чтобы занять положение слуги, ибо благодаря такому положению он сможет слушать больше о его деяниях. And Prahlad Maharaj prays that if he can hear more about the glories of the Lord, then he can destroy all of his sinful activities. И Прахлада Махарадж молится, если я смогу достичь положения твоего слуги, тогда я смогу разрушить последствия всех моих греховных деяний. So Prahlad says, I don't have to worry about my sinful reactions because I'm hearing about your pastimes. So this will free me from all the reactions. И Прахлад Махарадж говорит, что мне незачем беспокоиться о своих прошлых грехах, ибо просто слушая о твоих играх, я освобожусь от всей скверны материальных привязанностей. In material world, we're all, we do worry, you know, we think about the bad things we've done, and we worry about our sinful reactions, and we think about how to remove them. И в материальном мире мы думаем о тех вещах, о тех плохих вещах, которые мы совершили, и о реакциях, которые придут в результате. And in this way we will do different pious activities. Sometimes we will give charity, sometimes we will take vows of silence, or we will do some tapasya, some kind of austerity in order to counteract our sins. И для того, чтобы уничтожить последствия этих греховных поступков, мы совершаем различные благоприятные действия, делаем пожертвования, даем обет молчания, совершаем какие-то тапаси и аскезы ради того, чтобы уничтожить последствия наших грехов. But all you actually need to do, what we really need to do to counteract our sins, is simply to hear about the pastimes of the Supreme Lord. Но в действительности, для того, чтобы избавиться от последствий своих греховных поступков, мы просто должны слушать об играх Господа. So devotional service is the real atonement for all of our sins. И преданное служение — это реальное искупление всех наших грехов. Go ahead. Деяния Господа воспеваются во многих песнях. Например, Брахма Самхите, пропетой Господом Брахмой, Нарада Панчаратри, пропетый Нарадой Муни, и Шримад Бхагаватам, пропетый Шукадева Госвами. Любой, кто услышит эти песни, легко сможет вырваться из тисков материальной скверны. Ничто не должно мешать нам слушать эти песни о Боге. Они передаются из уст в уста в течение многих и многих миллионов лет, и люди до сих пор получают благо от них. Что может помешать нам в настоящее время воспользоваться ими и обрести освобождение? So Prabhupada is describing in some of the different songs which are there, which we can sing in performing Sankirtan. He mentions the Brahma Samhita, which we sing every morning when we greet the deities. И Шрила Прабхупада здесь рассказывает о различных песнях, которые мы можем воспевать. В частности, он говорит о Брахма Самхите, который мы поем каждое утро, приветствуя божества.
Now, traditionally in the morning when we greet the deities, we will put the recording and they just sing two verses. И обычно, когда мы приветствуем божества, поем Брахма Самхиту, мы включаем запись и поем лишь два стиха. But there are temples where they recite many of the verses of the Brahma Samhita every morning. Но есть храмы, где каждое утро пропевают много стихов из Брахма Самхиты. Particularly if there's a ceremony, some kind of yagya, initiation, at that time Prabhupada would have the devotees recite the Brahma Samhita. Есть особые церемонии, были особые церемонии, например, такие как яги или инициации, где Шрила Прабхупада просил преданных петь Брахма Самхиту. And we would usually begin from the where the verses begin with Govindam Adipursham Tamaham Bam Chamin. И обычно мы начинали со стиха, который начинался так, Говиндам Адипуршам Тамахам Баджамин. And Prabhupada also has nice recording of singing of the Brahma Samhita, very beautiful, very transcendental. И также у Шрилы Прабхупады была запись, аудиозапись Брахма Самхиты, где пели, где Брахма Самхита звучала очень красиво, трансцендентно. And then there is the book by Narada Muni, Narada Pancharatra, that can also be sung. And then there's also Srimad Bhagavatam, which can also be sung. И есть также песня, которая пропетая была Нарадой Муни, Нарада Панчаратра, и также Шримад Бхагаватам. Within the Srimad Bhagavatam, there are many prayers, because Srimad Bhagavatam is 18,000 verses, so there are many prayers. И Шримад Бхагаватам — это очень замечательная песня, в ней 18,000 стихов, и среди них есть множество молитв. We have the prayers by Queen Kunti, and you have the prayers by Sukadeva Goswami before he describes the process of creation. Там есть молитвы царицы Кунти, есть молитвы Шукадева Госвами, которые он произнес перед тем, как описывать творение мира. If you go through Srimad Bhagavatam, you'll find many different prayers are offered there, and they can be sung. И если вы прочитаете Шримад Бхагаватам, то вы найдете там множество замечательных молитв, и все они могут быть пропеты. So this is Sankirtan, glorifying the Lord loudly, giving people the chance to hear, not only just us singing to ourselves, but singing aloud so that other people can also hear. И Санкиртана — это когда мы громко поем Святое Имя, давая таким образом людям шанс услышать Святые Имена. Не про себя тихо, а именно громко. Yeah, we don't just think about our own liberation or our own salvation. We want to give also the opportunity to others to become purified. И мы заботимся не только о своем освобождении, мы также даем другим людям возможность очиститься. Just like a man may be able to feed himself. But who's better, a man who can simply feed himself or the man who can feed 100 people? Now, one man can feed 100 people, obviously, is better than just the person who's just feeding himself. Есть люди, которые кормят только сами себя, а есть те, кто кормит сотни других людей. И кто из них лучше? Конечно, тот, кто кормит сотни других людей, а не только себя. One devotee went to a city to open a temple, and this was in USA, in Prabhupada's time. So he went to the city to open a temple, but after some time he wrote to Prabhupada and said, Prabhupada, nobody's coming here. Prabhupada said, it doesn't matter, you just stay there. He said, there are many living entities, even in the wall. He said, you sit there and chant to them. Это было во времена Шрилы Прабхупады, отправился в некий город, чтобы открыть там храм, это было в Америке.
И вот он пишет Шриле Прабхупаде: «Шрила Прабхупада, сюда в храм никто не приходит, что мне делать?» И Шрила Прабхупада написала в ответ: «Оставайся там, там в храме, на стенах и повсюду по-прежнему очень много других существ. Оставайся там и воспевай святое имя». Okay, go ahead. В первой песне Шримад Бхагаватам 5.22 Нарада Муни говорит своему ученику Вьясадеве: «Дорогой Вьяса, ты должен понять, что люди, совершающие аскезу и налагающие на себя покаяние, изучающие веды, проводящие пышные обряды жертвоприношений, поющие ведические гимны, размышляющие о трансцендентном знании и щедро раздающие милостыню, за все эти благочестивые дела просто удостаиваются места в обществе преданных, воспевающих славу Господа. Иначе говоря, здесь утверждается, что воспевание деяний Господа и прославление Его – высшая форма деятельности живого существа». So, this statement should be understood. Prabhupada explains here that the ultimate goal of all of these other activities is simply to chant the holy name of the Lord. Здесь Шрила Прабхупада говорит, что высшая цель всех всех действий – это прославление святого имени Господа. If somebody is engaged in hearing and chanting about the glories of the Lord, then they don't have to worry about doing any other kinds of activities. Если кто-то слушает о славе Господа и повторяет его святые имена, то ему нет нужды заниматься чем-либо другим. They don't have to worry about going to visit holy places. They don't have to worry about taking bath in the holy rivers. They don't have to worry about studying scriptures, and they don't have to worry about acquiring all the good qualities. И ему не стоит беспокоиться о том, чтобы посещать святые места, омываться в святых реках, изучать священные писания и обретать хорошие качества. There's nothing beyond the chanting of the glories of the Lord. There's nothing higher than that. И нет ничего выше, чем повторение святых имен Господа. But if you're doing some austerities, or you're doing some big yagya, or you're chanting Vedic hymns, that's not equal to what you, to a person chanting the glories of the Lord. Но если вы совершаете какие-то аскезы, проводите какие-то яги, цитируете какие-то ведические гимны, то все это несравнимо с человеком, который воспевает славу Господу. So somebody who's chanting the glories of the Lord is understood that in his previous life he'd already finished all these things. И тот, кто воспевает славу Господа, понимает, что в своей предыдущей жизни он уже делал все эти вещи. So we just have to you've come to that position, you're already at the top. You're in the highest position, and there's nothing beyond that. You just have to continue to hear and chant. И вы должны понять, что вы уже находитесь на самой высокой ступеньке. Нет ничего выше нее, и вы просто должны продолжать слушать и воспевать. There's no other activity can compare to the chanting and glorifying of the Lord. Нет никакой другой деятельности, которая может сравниться с воспеванием и прославлением Господа. Go ahead. Джапа. Когда мантра или гимн повторяется тихо и медленно, это называется джапой. Если та же мантра поется громко, это называется киртаном. Например, когда маха мантру Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, произносят тихо, так, что ее слышно только тому, кто ее произносит, это называется джапой. Когда ту же мантру поют громко так, чтобы было слышно всем окружающим, это называется киртаном. Махамантра может использоваться как для джапы, так и для киртана. Практика джапы приносит благо только самому человеку, читающему мантру. Киртан же исполняется для блага всех, кто может его слышать. В Падмапуране есть такие слова. Тому, кто произносит святое имя тихо или громко, тотчас открывается путь к освобождению и даже к райскому блаженству. So japa is
one of the important, very important activities of devotees, something we're expected to do every day. И джапа — это та деятельность, которая очень важна для преданного. Это то, что подразумевается, что преданный занимается ей каждый день. At the time when we're initiated, the spiritual master gives us beads, and he tells us we have to chant a minimum number of rounds every day. И во время инициации духовный учитель дает нам четки и говорит, какое минимальное количество кругов мы должны повторять каждый день. So japa is performed holding the beads and chanting. And Prabhupada says here that when we do japa, we should chant softly and slowly. То есть джапа подразумевает то, когда вы воспеваете святое имя на четках. И Шрила Прабхупада здесь пишет, что джапу произносят тихо и медленно. So, some people, of course, chant japa, they may chant loudly. Но некоторые люди могут, например, читать джапу громко. We know in the Chaitanya Bhagavat it's described that Kolaveka Sridhar was chanting japa, and he would chant very loudly. The neighbors didn't like it. Мы знаем, что в Чайтанье Бхагавате приведена история о Калавече Шридхаре, который очень громко воспевал святое имя, и соседям это не нравилось. I don't japa. Sometimes they say Haridas Thakur, he would chant three like names every day. So one like names he would chant loud, one like name he would chant softly, and one like names he would chant in his mind. Харидас Такур каждый день воспевал три лака святых имен. Один лак он читал громко, один лак он читал тихо, и один лак он читал в уме. But we should understand when it says chant softly, there should be some sound. It doesn't mean silently. We're not supposed to chant silently. We can chant softly, but it should not be silent. We should be able to hear the sound. И что значит слово тихо? Тихо — это значит не так, что мы молча читаем. Джапу — это значит, что мы читаем тихо настолько, чтобы был слышен звук. So when we do our japa, our lips have to move. You cannot just simply sit and try to chant in the mind. We're not so elevated that we can chant in the mind. Когда вы читаете джапу, вы должны, ваши губы должны двигаться. Мы не настолько продвинуты, чтобы воспевать джапу в уме. So Srila Prabhupada used to chant with the devotees, and you can hear also Prabhupada's japa tape. You can understand what kind of speed, what kind of quality Prabhupada was chanting. И Шрила Прабхупада воспевал джапу вместе с преданными, и есть записи этого воспевания. Таким образом, вы можете понять скорость, которую он читал, и качество воспевания. Some people may chant louder, and some people may chant a little softer, but there has to be some sound. Кто-то может читать достаточно громко, кто-то может читать более тихо, но в любом случае должен быть какой-то звук. And some people may chant faster than Prabhupada, and some people may chant slower than Prabhupada. The speed is not important. И кто-то может читать быстрее, чем Шрила Прабхупада, а кто-то медленнее. Скорость не так важна. What is important is the quality that while we're chanting, we have to chant with love and devotion. It's a prayer to the Lord. Но что важно, важно именно качество. Когда мы воспеваем святое имя, мы должны воспевать его с любовью и преданностью, поскольку это молитва Господу. So this chanting, which we do, this japa, this is our most important activity in the day. И это воспевание, джапа, это самая важная наша деятельность в течение дня. Because by japa we will get the spiritual strength to face maya every day. Поскольку благодаря джапе мы обретаем духовную силу, чтобы встретиться лицом к лицу с майей каждый день. We know every day you have to go out into the material world and you have to confront so many materialistic sinful people.
Каждый день вы должны выходить навстречу Майе и встречаться со множеством материалистичных грешных людей. So we know it's not easy to be in the company of so many materialistic people, sinful people. But if we have a good morning program, if we do some good japa every day, it will give us spiritual strength and will protect us from Maya. И мы знаем, что очень сложно постоянно находиться в обществе материалистичных, греховных людей, но если мы каждый день проводим утреннюю программу, то она защищает нас от Майи. We have to train our mind to hear the holy name of Krishna. Мы должны натренировать свой ум слушать святое имя Кришны. And we conquer over the mind by doing japa every day. И мы сражаемся со своим умом с помощью джапы каждый день. Intensely we have to call the holy name of Krishna to conquer over that restless mind which always demands attention. И мы интенсивно должны повторять святое имя, чтобы победить ум, который победить свой ум, и мы должны это делать с большим вниманием и тщанием. So Lord Chaitanya himself, although Lord Chaitanya brought the Sankirtan and he brought the chanting of the holy name out of the temple and had people chant Sankirtan, Lord Chaitanya was also chanting japa. И Господь Чайтанья вынес движение Санкиртаны за пределы храмов. Он дал его людям, но также Господь Чайтанья повторял джапу. And Lord Chaitanya also had his beads and he would chant every day. И у Господа Чайтаньи были четки, он воспевал на них каждый день. So it's not that we're the only ones to chant japa. Lord Chaitanya did it. He was teaching us by his example. And Srila Prabhupada was also chanting japa. Таким образом, Господь Чайтанья отдавал нам пример, показывая, читая джапу каждый день. И также Шрила Прабхупада показывал нам свой пример, читая джапу каждый день. So we have to develop a taste for this japa. It's very, very important activity for us. It's our private meditation where we, as individuals, cultivate our relationship with Krishna. И мы должны уделять внимание джапе каждый день. Это очень-очень важная деятельность для нас. Это наша личная медитация, в которой мы развиваем отношения с Кришной. So, japa is for our own personal benefit. И джапа предназначена для нашего личного блага. And we have to try to increase our japa. The quality of our japa should always, we should want to increase it. И мы должны постоянно улучшать качество нашей джапы. So in the quote which comes from the Padma Purana, it says that you may chant the holy name either softly or loudly. И в цитате, которая приведена из Падма Пураны, говорится, что мы можем повторять святое имя тихо или громко. We don't want to disturb people by our loud chanting. Мы не беспокоим людей своим громким воспеванием. But we know that the louder you chant, the more powerful the name can become. Но мы знаем, что чем громче мы повторяем, тем более могущественным становится имя. So when we're particularly disturbed in the mind, when the mind is very agitated, then it's good to chant louder and take more shelter in the holy name. И мы знаем, что если ум обеспокоен, то чем сильнее, чем громче мы повторяем, тем лучше для нашего ума. Bhaktivinoda Thakur said, there's nothing but the holy name to be had in all the 14 worlds. И Бхактивинода Такур говорил, что нет ничего важнее святого имени во всех 14
14 worlds. А во всех 14 мирах. And he said the holy name has filled the soul of Bhaktivinoda Thakur. Он говорил, святое имя, душа Бхактивинода Такура. Наполняет душу Бхактивинода Такура. So, our very first business in the morning, very first thing we want to give attention to in the morning is japa. Get our beads and to chant the holy name. И нашим первым делом по утрам является джапа. Мы берем четки и воспеваем святое имя утром. And if you get a good start to the day, if you do japa every day in the morning, then your day will become auspicious. И если вы каждое утро читаете джапу, то тогда ваш день становится благоприятным. Some people, they leave the japa till the last thing at night. It's not a good idea. You want to try to do the japa as early in the morning as possible. Некоторые люди оставляют повторение джапы на вечер, на позднюю ночь, и это не совсем хорошо. Джапа — это то, что вы должны делать рано утром. Okay, we will stop. Здесь мы сегодня остановимся. Are there any questions? Yes, there are some questions in the chat. В Раджарани Матаджи вы хотели задать вопрос. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj, преданные, примитивные, смиренные поклоны, все слава учителю Прабхупаде. Кришна Катха, слушая ее, мы очищаемся. И согласно стиху 5.18.12, в нас сами собой раскрываются все лучшие качества полубогов. Но с другой стороны, Шримад Бхагаватам написано, что мы должны прикладывать усилия, чтобы в нас проявились духовные качества. Можете, пожалуйста, пояснить, какие духовные качества первичны и как прикладывать усилия? Потом, наверное, еще зачитаю часть. Спасибо. Хорошо. Hare Krishna, please accept my full obeisances, Guru Maharaj and dear devotees, all glories to Srila Prabhupada. By listening Krishna Katha, we are purified. And according to the verse 5.18.12, all best qualities of the demigods are revealed in us by itself. But on the other hand, it's written in Srimad Bhagavatam that we should make efforts to manifest spiritual qualities in ourselves. Would you please explain what spiritual qualities are primary and how to make efforts? Well, spiritual qualities mean, first of all, surrender to Lord Krishna. Качества, духовные качества — это в первую очередь предание Господу Кришне. Spiritual qualities mean hearing the glories of the Lord and chanting His holy name. Духовные качества — значит слушание славы Господа и повторение Его святого имени. Simply engaging in the Lord's devotional service, all the different devotional activities are spiritual qualities. И просто занимаясь преданным служением, деятельностью в сознании Кришны, наши качества улучшаются. Chaitanya Charitamrita says, Nitya Siddha Krishna Prem Sajo Kabunai Shravanadi Shuddha Chete Korihi Udai. Love of Krishna is in the heart of every living entity, and it is awakened by hearing. В читании Чаритамриты говорится, что любовь к Кришне находится в сердце каждого живого существа, и она просыпается благодаря слушанию. So, the beginning is to hear about Krishna, and naturally our attraction for Krishna will awaken. Первое, что мы должны сделать, это мы должны слушать о Кришне, и тогда естественным образом проснется наше стремление к Нему. Lord Chaitanya gave great importance to hearing. He said, this is really the most important part of all of our spiritual qualities, that we have that
we're willing to absorb our mind in hearing about Krishna. И Господь читание особое внимание уделял слушанию. Это самое духовное качество, которое мы можем обрести, слушать славе Господа. When somebody has an interest to hear, then they can easily make advancement. Тот, у кого есть жгучее желание слушать, тот может легко продвигаться на духовном пути. Okay. Еще могу. Next question. Еще, а потом я через вопрос уже задам, тогда матриджи позже дают. Еще одно уточнение, Гуру Махарадж. Как можно следить, как можно отследить, что Кришна Катха неправильная, не истинная? Старшие говорят, что мы на неофитском уровне сами не сможем отследить отклонение философии в лекции. Все очень тонко и незаметно, как этот яд может проникнуть в наше сознание. Спасибо. How Guru Maharaj, how we can understand that Krishna Katha is wrong, untrue? The senior devotees say that at the neophyte level, we ourselves cannot understand deviations in philosophy in the lecture. Everything is very subtle and is very subtle. And we don't understand as this poison can go into flow into our consciousness. What should be how we can understand that Krishna Katha is wrong? Krishna Katha is what? Wrong and true. Wrong. Yeah. The Krishna Katha is wrong. Yeah, because sometimes senior devotees said that on our neophyte level, we ourselves cannot understand when there is a deviations in philosophy. So when there is something wrong in philosophy, this something like poison that goes into our consciousness. Uh-huh. Okay. Well, we have to hear from the authorized persons. Для этого мы должны слушать квалифицированных людей. And whatever these people are saying should be supported by the reference from Shastra. И все, что эти люди говорят, должно подтверждаться цитатами Шастры. And it should be supported also by the words of the other acharyas, the sadhus, the holy saints of the past, of the disciplic succession. А также их слова должны подтверждаться другими святыми людьми, садху, которые находятся в цепи ученической преемственности. Now somebody may say, oh, 16 rounds, you know, we cannot chant so many rounds, we should only chant 4 rounds, but there's no evidence for this. И кто-то может сказать, о, 16 кругов, это так слишком много, мы можем читать и 4 круга, но этому нет никаких доказательств. Somebody may say, oh, you don't have to wake up early in the morning, you can, whatever time you get up is okay, just remember Krishna. But this is not supported by the lifestyle of pure devotees. Кто-то может сказать, ну нет никакой необходимости вставать рано утром, вы можете вставать в любое время, просто помните о Кришне. Но на самом деле эти вещи не подтверждаются тем образом жизни, которую вели чистые преданные. The Goswamis of Vrindavan are described that they conquered over eating and sleeping. И описывается, что Госвами Вриндавана победили сон и желание поесть. So how can we avoid being poisoned? We should know what the scriptures say, and we should understand what is the proper standard of devotional service. You have to hear from reliable sources. И как мы можем
понять, что наш ум не отравляют. Мы должны для этого знать священные писания, и мы должны слушать из правильных источников. If someone is introducing something which is controversial, which you've never heard before, then you should be very doubtful, and you should check with sadhu, shastra, and guru. И если кто-то говорит что-то противоположное тому, что вы слышали раньше, то вы должны насторожиться и с сомнением подойти к тому, что они говорят, и проверить это, соотнести с тем, что говорят садху, шастры и гуру. Your authorities are sadhu, shastra, and guru. If you follow them, then you won't get poisoned. Садху, шастры и гуру являются вашими авторитетами. Если вы следуете за ними, то вы никогда не будете отравлены. You can feel the effect when you follow something which is authorized. You'll feel the potency, you'll feel the purity. And when you follow something which is poison, you'll feel the effect. You'll know this is not helping my Krishna consciousness. И если вы следуете чему-то, чему-то правильному и авторитетному, то вы сразу чувствуете могущество и чистоту. Но если вы чувствуете, следуете чему-то неправильному, if you follow something wrong, then you will feel the poison. You will lose your taste for Krishna consciousness. И если вы следуете чему-то неправильному, то вы чувствуете яд внутри себя. Вы теряете вкус к сознанию Кришны. You become more interested in sense gratification. Вы больше вовлекаетесь в чувственные наслаждения. Your material desires will increase more and more. Все больше возрастают материальные желания. This is the effect of the poison. Таков эффект отравления. So judge by, you can judge by the result. Вы можете судить по результатам. You understand? Понять, да, вот этот момент. Да, спасибо, Гуру Махарадж. Yes, thank you, Гуру Махарадж. Does she have any more questions? Yes, there is a question from the chat. Hare Krishna, Guru Maharaj, дорогие преданные, примите мои смиренные поклоны. Я слышала такое мнение, что если преданный прочитывает 16 кругов джапы менее чем за 2 часа, значит, он читает невнимательно. Но некоторым преданным легче читать быстрее. Это действительно неправильно или это просто индивидуальная особенность? Спасибо. There are two questions. Hare Krishna, Guru Maharaj, and dear devotees, please accept my humble obeisances. I've heard that if devotee reads 16 rounds of japa in less than 2 hours, then he's not paying attention. But some devotees find it easier to read faster. Is it really wrong, or is it just an individual feature? Thank you. It's individual feature. In Lord Chaitanya's Shikshastikam prayers, he said there are no hard and fast rules in chanting the holy name. Some people may chant fast. So, okay, then you chant more rounds. You don't just chant so fast that, okay, I finished my round. No, you need to chant more rounds. Это является индивидуальной особенностью. Господь Чайтанья говорил, что нет особых правил и предписаний в воспевании святых имен. Если вы читаете очень быстро, ну что ж, вы можете, допустим, читать больше кругов. I'll give you something. The one time there was one lady serving in the temple, so Prabhupada asked, he said, what does this lady do? What service does she do? And the devotee said, Prabhupada, she doesn't do any service. All she does all day is chant. Prabhupada said, that is not good. They said, it takes her the whole day to finish her japa. Prabhupada said, no, she has to do some service. She cannot just chant the whole day and not do service.
И однажды в храме была женщина, и преданные подошли к Шриле Прабхупаде с таким вопросом. А Шрила Прабхупада спросил преданных, а чем эта женщина занимается? И преданные сказали, она ничем не занимается в храме, она просто весь день читает джапу. И тогда Шрила Прабхупада сказал, что это не очень хорошо, когда кто-то весь день читает джапу, что эта женщина должна заниматься также каким-то еще и служением. And then one time there was another devotee, he was chanting, and this was in after Prabhupada's time, it was in the presence of Tamal Krishna Goswami. Tamal Krishna Goswami had been, you know, very senior Prabhupada's secretary and one of the senior members of ISKCON. So he had a disciple and he was chanting rounds very quickly. And so Tamal Krishna Maharaj asked him, he said, have you finished your japa? And he said, yeah, I finished my japa. He said, what, you finished already? He said, yeah. And he said, it only takes me 1 hour to chant my japa. So then Tamal Krishna Maharaj said, then you chant 32 rounds every day. Because if you can finish 16 rounds in 1 hour, then I want you to chant for at least 2 hours every day. So you chant 32 rounds. И есть еще одна история, которая произошла уже после ухода Шрилы Прабхупады во времена Тамала Кришны Госвами, который был секретарем Шрилы Прабхупады и старшим членом ИСККОН. У него был ученик, который читал джапу очень быстро, и Тамала Кришна Госвами как-то спросил, ты что, уже закончил свои круги? Он сказал, да, я уже закончил. Сколько времени у тебя уходит на то, чтобы прочитать твои круги? Он говорит, 16 кругов, и на это уходит 1 час. И тогда Тамал Кришна Госвами сказал, тогда ты должен читать 32 круга, чтобы повторять святое имя как минимум 2 часа в день. So the point is, there has to be about 2 hours time in the day where you just focus on the chanting of the holy name. И смысл в том, чтобы должно быть как минимум 2 часа в день, когда вы полностью сфокусированы на повторении святого имени. Of course. At the time of initiation, our vow, we tell the spiritual master, we'll say, chant 16 rounds. But it was understood that it's going to take about 2 hours. And for most people, it takes more than 2 hours to chant 16 rounds. И когда мы в процессе инициации даем обещание своему духовному учителю повторять 16 кругов каждый день, подразумевается, что на это будет уходить у нас не меньше 2 часов в день, поскольку для большинства людей, чтобы прочитать 16 кругов, это занимает у них больше 2 часов. So it's not just only chanting as quick as we can to finish the japa, but we have to be able to hear the name, we have to hear the sound and the pronunciation, the words should be there. It shouldn't be all just a slur. It's chanting so fast that no sound is, no particular word is able to be perceived. You can't hear the name Krishna, you can't hear Rama, you can't hear Hari. You just hear the sound because the chanting is done so fast. That's not very good. There must be the pure chanting. So it mentions here, we read from Nectar of Devotion, it said one should chant slowly. И смысл не в том, чтобы повторить свои круги как можно быстрее. То есть не должно быть такого, что вы читаете свои круги настолько быстро, что слова даже неразличимы. Повторение не превращается у вас в какую-то сплошную кашу, когда уже не различаются даже звуки, не то что не слышно имени Кришны. То есть все слова должны быть четкими и хорошо различимыми. И таким является чистое воспевание. И вот то, что написано в Нектаре преданности, воспевание должно быть тихим и медленным. Two adjectives are mentioned. It said slowly and softly. So in other words, when we chant slowly, the words will be clear and softly. It shouldn't be so loud that it disturbs everyone.
То есть вот эти два пункта, тихо и медленно, это значит, что медленно, когда мы читаем медленно, это значит, мы четко произносим каждое слово. А тихо, это значит, мы не должны читать настолько громко, чтобы это приносило беспокойство окружающим. It shouldn't be silently also. Но также мы не должны читать про себя молча. But Lord Chaitanya said, there are no hard and fast rules. Some people will chant slowly, and some people will chant more quicker. И Господь Чайтанья говорил, что нет строгих правил и предписаний в повторении святого имени Господа. Кто-то может читать медленнее, кто-то быстрее. So if you're able to chant very quickly, then you can chant more rounds. И если вы способны читать быстро, то тогда читайте больше кругов. But 2 hours is a good minimum amount of chanting to do. Но 2 часа в день — это минимальное количество времени для нашего воспевания. Haridas Thakur was chanting all day and all night. Haridas Thakur воспевал весь день и всю ночь. And there are many devotees, they chant every day 64 rounds. Многие преданные каждый день читают 64 круга. So don't think because you've chanted 16 rounds, your japa is finished. Japa is never finished. Если вы прочитали 16 кругов, не думайте, что ваша джапа закончена. Джапа никогда не кончается. Chaitanya Mahaprabhu said, Kirtaniya Sadahari. We should always chant the holy name. Господь Чайтанья говорил, Киртанья Садахари, мы всегда должны повторять святое имя. Okay, another question. Yes. Харе Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите мои смиренные поклоны. Как преданным правильно относиться к празднованию мирских праздников, например, 8 марта, и нужно ли преданным поздравлять друг друга с такими праздниками? Не будет ли это привязывать нас к телесной платформе? Спасибо. Харе Кришна, Гуру Махарадж, дорогие буддис, please accept my humble businesses. How do devotees properly treat the celebration of Monday holidays such as March 8? Do devotees need to congratulate each other on such holidays? Will it not bind us to the bodily conception? Thank you. Bodily platform. No, we don't have to observe these kind of mundane festivals. We don't need to congratulate each other. Not required. You can do it if you want. You do it if you want. But not significant. They're not significant events for devotees. Мы обычно не поздравляем и не отмечаем такие мирские праздники. Это не значит, что вы не должны этого делать. То есть, если хотите, конечно, вы можете поздравить, но для нас это не является какими-то значительными событиями. But if somebody greets you politely, then you can also return the greeting. Но если кто-то вас поздравляет, то вы очень вежливо можете в ответ также поздравить этого человека. Sometimes these festivals, mundane holidays, can be an opportunity for preaching, to meet new people and to introduce Krishna consciousness. И иногда такие мирские праздники являются возможностью проповедовать сознание Кришны. We try to dovetail everything in Krishna consciousness. И мы пытаемся все задействовать в сознании Кришны. And Prabhupada said every day can be a festival in Krishna consciousness. Прабхупада говорил, что каждый день может быть праздником в сознании Кришны. So we're not against having festivals. We like festivals. То есть мы не имеем ничего против каких-то праздников, мы их любим. For devotees, every day is a festival. А для преданных каждый день является праздником. Yes. Next question. Yeah. Да, давайте. Еще один вопросик остался. Гуру Махарадж, вы сказали, воспевать святое имя необходимо с любовью и преданностью. Как эти чувства проявляются на практике? Эмоционально или мысленно? Спасибо. Гуру Махарадж, you said that...
We should chant the holy name with love and devotion. And how does this feeling manifest in practice, emotionally or mentally? Thank you. Yes, it will manifest both emotionally and mentally as we awaken more attachment for the holy name. И это проявится и эмоционально, и мысленно, и эмоционально по мере того, как мы будем проявлять все большую привязанность к Святому имени. We have to hear more about the nature of the holy name and how Lord Krishna is there in his holy name. И мы должны слушать больше о природе Святого имени и о том, что Кришна присутствует в своих святых именах. When we develop more realization that the Lord is there in the holy name, then we will actually feel the emotional ecstasy. И когда мы обретаем эту реализацию, это понимание того, что Господь действительно находится в своем святом имени, то тогда мы получаем этот эмоциональный экстаз. So it's important for us to also hear about this. The characteristics and the features of the holy name. И поэтому для нас очень важно также слушать о характеристиках и особенностях святого имени. It helps us, you know, we have things like Harinam Chintamani, where the 10 offenses are discussed by Lord Chaitanya and Haridas Thakur. У нас есть Харинам Чинтамани, где обсуждается 10 оскорблений. Где Господь Читания Харидас Такур обсуждает 10 оскорблений. And then we can also study the sections on the holy name, particularly Lord Chaitanya, the pastimes of Haridas Thakur described in the Chaitanya Charitamrita. Также мы можем прочитать о святом и о святом имени в тех главах, которые касаются Харидаса Такура в Чайтанья Чаритамрите. And also, if we do more Sankirtan, by doing more Sankirtan, then we get more attachment and more taste for the holy name. И если мы участвуем в Санкиртане, то тогда мы обретаем большую привязанность и больший вкус к святому имени. We don't have to only depend on philosophy to awaken this emotional understanding of the holy name. We can simply take part in the chanting of the holy name in the Sankirtan, and it will greatly help us to improve our japa. И таким образом мы должны полагаться не только на философию в повторении святого имени, но мы также должны участвовать и в Санкиртане для того, чтобы улучшить нашу джапу. So we encourage all the devotees, you know, Sankirtan, very important, very powerful. Don't think it's a waste of time. The more we do Sankirtan, the more we're getting the taste for the holy name. Поэтому призываем всех преданных заниматься Санкиртаной. Не теряйте свое время. Чем больше вы занимаетесь Санкиртаной, тем больше вы увеличиваете свой вкус к святому имени. Yes. Next question. Yes. Харе Кришна, Ваше Святейшество, как происходит смена мотива от желания избавиться от страданий и остаться в покое на мотив хотеть что-то делать для Кришны и его преданных? Харе Кришна, Your Holiness, how does the motive, one has desire to get rid of suffering and remain in peace. How is this motive changed to another motive when one wants to do something for Krishna and his devotees? Well, in the beginning, we may want to get rid of suffering and get relief from our suffering. That's natural. We come to Krishna consciousness. We come like that. We don't come as pure devotees. И в самом начале, когда мы приходим в сознание Кришны, для нас это естественно иметь это желание избавиться от страданий. Мы не являемся чистыми преданными.
We come with material desires. We're attracted to something. We want to get relief from the material world. We want to escape from the forest fire of material life. У нас есть какие-то материальные желания, но мы при этом we want. We come to Krishna to get away from that. И мы хотим, мы приходим к Кришне ради того, чтобы избавиться от этих страданий, избежать из леса, который объят материальным пламенем. So in the beginning it's like that, we've come to shelter, the shelter of Krishna, and then gradually by being in the shelter of Krishna, we hear about giving service to the devotees and giving service to others and helping others, showing compassion. So gradually we may take up these activities. И в самом начале, конечно, мы приходим и слушаем о том, насколько постепенно, насколько важно проявлять сострадание, постепенно мы в это вовлекаемся сами. In the beginning we're all selfish, we just think about ourselves, you know, we're trying to save ourselves, but then gradually, as we become as we become a better devotee, we become more in Krishna consciousness, then we think about giving Krishna to others. И, конечно, в самом начале мы более эгоистичны, и мы думаем только о том, как помочь самим себе, но постепенно, когда мы все больше и больше становимся преданными, то мы все больше думаем о том, как помочь другим обрести Кришну. Next one? Yeah. Марина Матаджи, вы хотели задать вопрос. Хари Кришна, спасибо. Гуру Махарадж, примите мои смиренные поклоны, все слава Шриле Прабхупаде. Как можно осознать, что имя Кришна не отлично от него самого, что это общение с самим Кришной, когда мы повторяем Хари Кришна? Спасибо. Хари Кришна, Гуру Махарадж, please accept my humble obeisances. All glories to Shri Prabhupada. How we can realize, we may realize that the name of Krishna is not different from Krishna himself. And when we chant, and how we can realize that this is communication with Krishna himself when we chant Hare Krishna mantra. Yes. That will take some practice. We have to chant with full faith. And without offense. We have to give up the offenses, the material attachment, and we have to put our full focus of concentration into the holy name. И мы должны избавиться от всех наших оскорблений и материальных привязанностей и полностью сконцентрироваться на святом имени. We have the words of the scriptures to tell us these things in the beginning. So from the based on the authority of scriptures we can understand this. И в самом начале мы имеем эти доказательства, эти цитаты священных писаний по этому поводу, и мы должны основываться на них. Just like from the scriptures we hear we're not the body. How do we understand, how do we actually realize we're not the body when we're living in the body? И, например, из священных писаний мы узнаем, что мы не являемся телами. Но как мы можем понять, что мы телом не являемся, если мы в нем живем? We're very attached to the material body, and it's very difficult for us to give up sense gratification. Мы находимся в материальном теле, и мы очень привязаны к нему, и для нас очень сложно избавиться от чувственных наслаждений. Why is it so difficult to give up sense gratification? Почему так сложно отрешиться от чувственных удовольствий?
The problem is our mind has become so attached to enjoying the material body. И проблема в том, что наш ум очень привык наслаждаться в этом материальном теле. And we're conditioned souls, and we think that there's some happiness in sense gratification. Мы обусловленные души, мы думаем, что в чувственных наслаждениях есть какое-то счастье. But it's just the illusion of happiness. It's not real happiness. Но это просто иллюзия счастья, а не истинное счастье. It's very temporary, very flickering. It's not. It doesn't last any amount of time. И это счастье очень временно. It doesn't. It does not last any time. It lasts only a very short time. И это счастье, оно очень временно, и оно не длится слишком долго, оно очень быстро заканчивается. But we know we're not the body. We understand there's a soul. We are souls. We're living in the body. Но мы понимаем, что мы не тела, мы души, которые живут в этих телах. But we're diseased. Our mind is all contaminated with material thoughts. Но мы больны. Наш ум, наш ум отравлен материальными мыслями, поглощен этими материальными мыслями. So we apply this material consciousness to the chanting of the holy name. И мы вносим сознание Кришны в повторение святых имен. And we know in material world, when you chant water, water, water. The name water is different from the substance. И, например, если мы возьмем материальное слово вода, если мы будем повторять вода, 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 то мы понимаем, что слово вода и сама вода как материальная субстанция отличны друг от друга. But just like the man who loves you, they may chant Marina, Marina. Marina, and they feel close to Marina by chanting your holy name. Но если, например, человек, который вас любит, будет повторять Марина, 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 он будет чувствовать близость к вам в это время. So similarly, when we chant the holy name of Lord Krishna, and we actually have some real love and affection for Krishna, we can feel Krishna actually there in His name. И таким же образом, когда мы повторяем имя Кришны, мы чувствуем эту любовь и привязанность к Кришне благодаря нашему повторению. Yeah, the one devotee was giving class, he said, Krishna is in his name. But Prabhupada said, no. He said, Krishna is his name. Один преданный, который давал лекцию, он сказал, что Кришна находится в святом имени. И Шрила Прабхупада сказал, нет, Кришна есть его святое имя. The holy name of Lord Krishna is full of all transcendental qualities. Святое имя Господа Кришны полно всех трансцендентных качеств. It is Chintamani. Chintamani, it can touch everything into gold. Это чинтамани, а чинтамани это прикосновение чинтамани превращает все в золото. Just as the chintamani stone can fulfill all of our desires, the holy name of Krishna can fulfill all of our desires. И подобно тому, как камень чинтамани может исполнить все наши желания. Точно так же все наши желания может исполнить Святое имя Кришны. So we have no realization of this, but it's a fact. We have to try to realize this. Мы не осознаем этого, но это факт, мы должны попытаться понять это, осознать. And that realization will come the more we submit to the Holy Name, the more we take shelter of the Holy Name. И чем больше мы
будем осознавать, что такое святое имя, тем больше мы будем ему покоряться, тем больше мы будем предаваться ему. Hare Krishna? Yes. So, another question? Yeah. Another question from the chat. Hare Krishna, Guru Maharaj и дорогие преданные, если неофит начинает общаться с преданными, не соблюдающими четыре принципа или не читающими 16 кругов, его собственная садхана может тоже нарушиться. И наоборот, общение с продвинутыми преданными может усилить его вкус к преданному служению. Но когда мы еще не были в сознании Кришны, то в материальном мире мы не замечали в себе такой чувствительности посторонним влиянием. Почему неофит, вступив на путь преданного служения, становится так чувствительным к воздействиям? Что в нем меняется? Hare Krishna Guru Maharaj and dear devotees, if neophyte begins to associate with devotees who do not observe the four principles, who do not chant 16 rounds, his own sadhana may also be disturbed. At the same time, conversely, association with advanced devotees can increase our taste for devotional service. But when we were not yet in Krishna consciousness, we're not so sensitive to external influences of the material world. Why does a neophyte become so sensitive to influences when he enters the path of devotional service? What changes in him? That he becomes so sensitive to. What is that? It becomes so sensitive. For these influences, when, for example, if neophyte start to associate with the devotees who doesn't follow four principles and who doesn't chant 16 rounds, so his own sadhana may be disturbed, may stop to something else. When, for example, neophyte associate with the senior devotees, this association can just increase his taste to the devotional service. But when we are not devotees, when we are not yet in Krishna consciousness, we are not so sensitive to these external influences. Why there is this change? So what's changing? Well, because you've come into Krishna consciousness, so you've developed the new habits, you've developed Krishna consciousness to some degree, you've taken up the new activities of hearing and chanting and doing sadhana, but then you associate with people who are not doing it. So naturally you'll be affected by their association. We are affected. You come in contact with people who are diseased, you can get disease. Например, когда вы только приходите в сознание Кришны, вы начинаете заниматься преданным служением, воспевать святое имя и так далее. Но если вы при этом начинаете общаться с теми людьми, которые этого не делают, то это несомненно оказывает на вас влияние. Например, когда вы общаетесь входите в контакт с больными людьми, вы также заражаетесь от них. Just like you come to Krishna consciousness, you become healthy. And so a healthy person, if he contacts the diseased person, he can also become diseased. So the same way you're in Krishna consciousness, but you contact people who are not very Krishna conscious, you become affected. Например, если здоровый
человек будет общаться с больным, то он от него заражается. Точно так же, когда вы приходите в сознание Кришны, вы становитесь здоровыми. Но если вы начинаете общаться с теми, кто не сильно погружен в сознание Кришны, вы попадаете под их влияние и таким образом заражаетесь. So it's very important to associate, to take good association. Good association, we want to associate with people who are healthy. You don't want to become affected, you don't want to be contaminated by people who are not healthy, by people who are diseased. Why should you take their disease from them? Better to keep a distance from them. Таким образом, вы приходите в сознание Кришны и становитесь здоровыми. Так зачем же вам общаться с больными людьми? Общайтесь с теми, кто здоров, кто тверд в своей садхане. Just like somebody comes with the COVID, they've got the COVID virus. Are you going to go up and embrace them? No. Это подобно тому, как к вам приходит кто-то, у кого вирус COVID, да, и вы ходите к нему навстречу и обнимаете его. Нет, этого не стоит делать. You know they're not healthy. You know they're diseased. You want to keep a distance from them. Знаете, что он болен, что он нездоров, и поэтому вы стараетесь сохранить какую-то дистанцию между собой и ним. And so the same way people who are not doing sadhana, you keep a distance from them. Таким же образом сохраняйте дистанцию с людьми, которые не следуют садхане. You can respect them in the mind, that sometimes they chant Hare Krishna, they're devotees to some extent, but they don't do sadhana properly, so keep a distance. Мы можем выражать им почтение в своем уме, да, они преданные, и они время от времени занимаются каким-то служением, но тем не менее у них нет правильной должной садханы, поэтому нам следует сохранять дистанцию в общении с ними. Mm-hmm. Next question. Next question. Матаджи Лена Миронова. Вы вслух зададите или прочитать? Спасибо, Хари Кришна, Гуру Махарадж. У меня такой вопрос, извините, пожалуйста, мой поклон. У меня такой вопрос. У некоторых старших преданных есть мнение, что джапу все-таки следует научиться повторять и в уме. Потому что когда джапа оставляет тело, у меня должен быть этот навык, чтобы продолжать некоторое время повторять святое имя после оставления тела. Скажите, пожалуйста, какое у вас мнение по этому вопросу? Спасибо. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. Some senior devotees have an opinion that we should learn to chant our japa in our mind, because when the jiva leaves the body, she must have the skill to chant holy names in order to continue chanting the holy name after leaving the body. What was your opinion on this issue? Thank you. I never heard this before. Something new. Yeah. Я вообще такого никогда не слышал. Prabhupada taught us, chant, move the lips. Hear the sound. He never taught us that we have to chant in the mind. Шрила Прабхупада всегда нам говорил, воспевайте, при этом шевелите губами. Никогда не повторяйте в своем уме. Никогда не учил нас этому. Of course, we have to remember Krishna. We have to remember the holy name. We can remember Krishna. You can remember the holy name. But our process is in chanting. The sound should be there. Да, мы должны помнить о Кришне в своем уме. Но тем не менее наш процесс состоит в том, что мы должны повторять святое имя. Мы должны повторять его громко, мы должны его слышать. It's very dangerous to start saying we're practicing for the time after death. We're going to have to remember Krishna in our mind, so we're practicing now. And the result is nobody will chant anymore. Everybody will be sitting trying to chant in the mind.
И очень опасно думать, что мы будем повторять святое имя после того, как мы оставим тело, и таким образом нам не надо будет всю свою жизнь до этого читать святое имя, то есть не будет никто прикладывать этим усилий, к этому усилию просто будем повторять святое имя у себя в уме, про себя. So, we don't want to encourage this. We want people to chant loudly. Chant out loud. The sound should be there. И мы не призываем людей именно к такому повторению. Обязательно должен быть звук, повторяйте громко. Don't introduce anything new. Не принимайте и не представляйте ничего нового. Не вводите ничего нового. If we are chanting, then this that will come in naturally, will be in the mind. Если мы воспеваем, то это естественным образом находится в нашем уме, появляется в нашем уме. Yes. Any other questions? Yes, another question in the chat. Hare Krishna, Guru Maharaj, and the devotees. Прошу прощения. Hare Krishna, Guru Maharaj, дорогие преданные, почему аскезы могут ожесточить сердце? Бывает, что преданный, который слишком строг к себе, теряет отзывчивость к другим. В чем причина этого? Спасибо. Hare Krishna, Guru Maharaj, and the devotees. Why can austerity harden the heart? Sometimes a devotee who is too strict with himself loses his responsiveness to others. What is the reason for this? Thank you. Austerities harden the heart because one can become proud by performing austerities. Аскезы ожесточают сердце, поскольку человек может может начать гордиться от того, что он совершает эти аскезы. One thinks I'm better than others because I'm doing austerity. И человек может начать думать, я лучше, чем другие, поскольку я совершаю эти аскезы. This hardening of the heart is not what a devotee wants to cultivate. Devotee wants to make the heart soft. And the hard heart indicates we're thinking only about ourselves, we're not thinking about others. И ожесточение сердца — это не то, к чему стремится преданный. Он, наоборот, стремится смягчить свое сердце. И когда сердце жесткое, это значит, что человек думает только о себе и не думает о других. So in Krishna consciousness we practice austerity in relation to devotional service. И в сознании Кришны мы практикуем аскезы, которые связаны с преданным служением. Just like going out on Sankirtan and distributing books is an austerity, but it is a very purifying austerity. Например, выходить на Санкиртану и распространять книги также является аскезой, но это очень очищающая аскеза. And it makes the heart soft, because the more we go out and try to give Krishna consciousness to others, we can appreciate how much suffering is in the world and how much need there is for Krishna consciousness. И когда мы выходим на улицу и распространяем книги, распространяем сознание Кришны, мы можем оценить то, насколько в мире много страданий и насколько важно дать людям сознание Кришны. And we should want to give Krishna consciousness to others. We should have that desire that we want to share whatever we have with others. И мы должны иметь это желание поделиться сознанием Кришны с другими людьми. Мы должны иметь желание поделиться тем, что есть у нас с другими. What's the second part again? Sometimes a devotee who is very strict to himself loses his responsiveness to others. What is the reason for this? Well, maybe different reasons, but it could just simply be that he's becoming more proud, just thinking only of himself. He's not thinking of others. He's losing his compassion. He needs to engage more in preaching activities and confronting the public and meeting people who are not devotees. He needs to get
some more contact with the outside world and see how much suffering is there in the world. И вторая часть вопроса, то есть бывает, что преданный, который слишком строг к себе, теряет отзывчивость к другим, в чем причина этому. И Махарадж говорит, что когда человек слишком строго к себе относится, то он теряет сострадание, то есть ему нужно больше встречаться с другими, с людьми, больше там проповедовать, чтобы видеть, насколько у людей много страданий. Чтобы в сердце возникало сострадание к ним. Sometimes, you know, we just stay in the temple and just do deity worship, and we forget about how much suffering is outside in the material world. Иногда мы находимся постоянно в храме, занимаемся тем, что только поклоняемся божествам, и мы забываем, как много страданий в мире. So it's important. There has to be some balance there, and sometimes you have to go out there and see the suffering and meet the people and understand the nature of material life and how miserable it is. И таким образом должен быть какой-то баланс. То есть вы иногда должны выходить из стены храма и встречаться с людьми, чтобы понять, насколько жизнь наполнена страданиями, насколько она несчастна. And we should be thinking how to help these people. И мы должны думать, как помочь таким людям. Prabhupada was always thinking about other people. He felt so sorry for people to see them working like muthas, go to factory all day and work in the hellish factory. Шрила Прабхупада всегда испытывал сострадание к таким людям. Они вынуждены работать как мудхи, каждый день ходить на работу, на заводы и работать просто как ослы. So, it's important for us as devotees that we don't become too much in our own world and we forget about others. We should be caring for everyone. То есть для нас, как для преданных, очень важно не находиться просто в каком-то собственном мире. Мы должны также заботиться и о других. Okay. How are we doing? Any more questions? Есть ли еще какие-то вопросы? Just about finished. Yeah. Yes, no more questions. Okay, so then we'll stop here. Сегодня мы здесь остановимся. So thank all of the devotees very much for their questions and thank Tatyana for her translation. Всем преданным спасибо большое за ваши вопросы. We hope you'll have a good week in Krishna consciousness. Желаю вам провести следующую неделю в сознании Кришны. Please stay healthy. Пожалуйста, берегите свое здоровье. Srila Prabhupada ki. Jai. Go back to Vrinda. Jai. Jai. Haribol. Jai.